Ребят, всем привет! Ну что, наконец-то, спустя 3 месяца карантина мы вышли на работу. Работаем уже вторую неделю. Соответственно, сейчас мы находимся на нашем автодроме. Сегодня у нас 5 июля. Самый пик жары. Сейчас вот в Краснодаре неимоверная жара стоит. Сейчас почти 2 часа дня. Температура в тени 37 градусов. На солнце, я не знаю, под все 50. А в машине, когда сидишь... Я не знаю, насколько она прогревается. У меня вчера возникла мысль, насколько сейчас машина горячая и возможно ли в ней пожарить яйца, пожарить яичницу. Кто не в курсе, белок начинает сворачиваться при жарке от температуры 65-67 градусов, а желток 67-70. Поэтому давайте сейчас проверим, получится ли у нас пожарить яйца на машине. То есть жарить мы будем сегодня с вами в 4 местах. Сейчас покажу. Первое, это на двигателе. Вот здесь мой прогноз, что здесь яйца пожарятся, потому что здесь около 100 градусов. Второе, это мы пожарим на капоте, потому что сам капот от солнца нагревается и от двигателя. Здесь тоже, я думаю, пожарится яйцо. Третье, пожарим на крыше. Попробуем, по крайней мере, это сделать. И четвертое, на вот этой вот сковородке. Тут тоже руку невозможно удержать. Сегодня мне ассистировать будет мой ученик. Его зовут Эльдар. Что нам нужно для того, чтобы пожарить яйца на двигателе? Для этого мы приобрели вот такую штучку, чтобы яйцо не растекалось. Как раз оно попадает вот здесь. Сюда поставим раз. Нам понадобится, соответственно, сами яйца. Яйца разбивать умеешь? А подкатывать? С этим тоже умею. Лишь бы гидроудара не было. Держите, коллега. Так. Да я лучше подержу. Ты лучше подержи треугольник. А, сверху оно нагорячее. Давай, я подержу. Гидроудара не будет? Будет. Да ладно. Бах! Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо. Ну, жарится. Давай. Да ладно. 67 хватает. 65-67. Да. Белок сворачивается, но что-то вот здесь не очень хорошо он сворачивается. Да, здесь есть, потом, да. Никому я ничего не должен. Да. Ну и что? Ой-ой-ой. Ну почти, сейчас жарится. Слушай, а... Газовое оборудование не залью? Я не должен, да? А, кстати, может вот так? Ну что? Ждем. Она и на сковородке не сразу жарит. Ну, схватывается вроде. Ну, ты возьми сейчас. Нет, сейчас. Сейчас мы на капоте. Да? Короче, ладно. Закрываем пока капот. Второе яйцо будем разбивать. Ага. Второе яйцо будем разбивать. Сколько времени засекает? Ну, сколько? Без 10. 2? Да. Ну, я думаю... Оно уже пережарится, мне кажется. Ну что, второй эксперимент. Здесь? Ну, горячо. Ты разбивай где-нибудь. Солнце яркое, да? Это уже, наверное, не нужна. Разбивай здесь, чтобы оно успело подальше, пошире. Не, это на... Просто... А, об него. Чик. О! Тихо. О! Дубль 2. Ай, блядь. Может поймать. Нихера не получается, да? Сука. Придется мыть машину. Давай дубль 2. Скатывается. Не успевает. Я уже снимаю. Надо, чтобы схватилось. Ждем-с. Скворчит? Пока нет почему-то. Я был уверен, что будет лучше скворчать. Она на черное. Сейчас Андрюха приедет, почему? Тут что-то пока не очень, да? Ничего не это. Поддержим. Тогда, наверное, на крыше тем более она не схватится. Там еще теплее. Распой. Да, это как его, он фильм, он реально черный. На черный? Да
Бля, Андрюха приедет, да. Как капот выделит. Что-то я думал... Нет, что... у тебя серебро. Да ты чё, оно у тебя вообще не горячее. Да ладно. У меня вон Фреда, вчера стояли черные машины. Пацаны, я тебе говорю, нагрелось так, что блин, вообще пиздец. Да. Я, конечно, блять, ожидал лучшего результата. Чик потекло, не схватывается вообще ни хера. Не, не будет. Не будет. Вот, ты руку держишь, да, чуть-чуть. Сейчас градусов, ну, 70. Так, а я прочитал, что 65-67, она начинает жариться. Ну, фиг его знает. Ну, я тебе говорю, градусов. Да, типа. Что-то как-то эксперимент не это. Пока не увенчался успехом. Я так надеялся. Ну и тут, по-моему, немножко или нет, или мне кажется. Да, по-моему, белок чуть-чуть этот сворачивается. О. Пускай жарится. Вот так. Нажарится. А пока что? Крыша дома моего. Так. Сейчас по всей крыше расползется, да? Давай уберем. Давай уберем пока. Куда-нибудь вот сюда. На саму крышу, на ровненько вверх бей. Так. О, вот здесь должно. Через время какое-то. Соль, соль. Надо посолить. И четвертый вариант. Это мне мыть машину потом, конечно, а что делать? Барприз. Там очень горячо, там вообще ручка. Барприз жарит? Да. А там что завалить? Ну что, блядь, ну ты... Я говорю, ты не умеешь ни подкатывать, ни разбивать яйца. Все, ладно, ждем. Засекаем хотя бы минут 5, подождем. Через сколько, где что закипит. Так, ну что, тут что у нас? Да. Что-то как-то не алло. Что-то как-то не алло. Да, блядь, да она тут горячо, не удержишь руку. Как она, почему она не схватывается? Вот здесь тоже запузырилось чуть-чуть. Вот здесь самая красивая получится яичница. Вот ты ее и съешь. Короче, ребята, сейчас минут 5-10 подождем, и что у нас, какой результат получится, мы сейчас включимся. Так, ребята, прошло 5 минут. Прошло 5 минут. Здесь пока еще жиденькая. Сейчас аккуратненько откроем капот, посмотрим, что у нас на капоте творится. Ну, тут готово яйцо, в принципе. Да, тут готова яичница. Ну, тут понятно, здесь 100 градусов на двигателе. А вот здесь пока не очень. Еще подождем немножко. Что у нас творится под барпризом? Тоже пока не сворачивается белок почему-то. И на крыше. К сожалению, пока что-то как-то тоже слабенько. Блин, горячо, почему она не схватывается-то? Прошло еще 5 минут. Здесь уже хрен это отдерешь, надо мыть. Ничего, схватилось, нет? Не, жидкая. Что-то нифига не это. Почему-то не жарится. Тут тоже нихера не жарится. Ну что-то вон белок, точнее желток сворачивается, а белок почему-то нет. Здесь то же самое. Жидкая. Жара такая, хрен дотронется до черного барприза. Что, неужели он не нагревается больше 70 градусов? Такое впечатление, что нагревается. Вот смотрите, потекло, вот оно уже начинает сворачиваться. Тут просто толщина большая, белка. Ни хера не жарится. О! Тут уже на яичницу похоже. Короче, все, растеклось. Не, нифига не получается. Отсюда вывод, ребята. Пожарить яйцо можно только на 100 градусном двигателе. На металле пожарить, по крайней мере, чтобы употреблять в пищу, невозможно. На сим закончим этот эксперимент. Не хочет сворачиваться, вообще не хочет. Все, мы прощаемся с вами. Думал, получится пожарить, не получилось. Ну, все равно спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то поставьте большие пальчики вверх. Подпишитесь на канал. Ну, а мы будем мыть машину.